Не остаться равнодушным. У маленького симферопольца Славика Красногорского обнаружили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. За лечение взялись крымские врачи, но в больнице нет необходимого препарата, а у семьи нет возможности его приобрести. Благотворительная организация «Русфонд» объявила сбор средств. Помочь малышу можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Подробности у Елены Байрамовой. Папа, привет. Привет. Как Леночку зовут? Мохнатая лиса. Всегда позитивный и улыбчивый 4-летний Славик немного стесняется видеокамеры. Еще несколько месяцев назад жизнь в семье Красногорских ничем не отличалась от других. Малыш ходил в детский сад, родители радовались успехам сына. Но это лето разделило их жизнь на до и после. Несмотря на жару, вдруг поднялась температура и не спадала в течение месяца. Ходили по врачам в обычную клинику, в детскую больницу. Сдавали анализы, то есть нам абсолютно заявили, что, может быть, это просто простуда. В итоге решили мы не ждать, сесть на машину и поехать сюда, уже в больницу, в эту нашу непосредственно. Сдали анализы и выяснилось, что острый лимфобластный лейкоз. Вот такая вот болезнь. Были, конечно, в шоке. Ребенка срочно госпитализировали. От малыша не отходят ни на шаг. Очень любит в компьютер играть, да? В приставки разные. Нет. Рисовать любит. Славик мечтает стать врачом. Он хочет, чтобы все люди на земле были здоровы и никогда не болели. В детской республиканской клинической больнице готовы и дальше помогать малышу. Но есть проблема, от которой в буквальном смысле зависит эта маленькая жизнь. Острый лимфобластный лейкоз в терапии требует обязательного назначения препарата, который, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует на территории Российской Федерации. Препарат называется Онкоспар, это препарат пегилированной аспарагиназы. Он вводится детям на этапе индукционной терапии и значительно повышает их шансы на ремиссию и выздоровление. Курс лечения стоит почти 334 тысячи рублей. У семьи нет таких денег. При поддержке благотворительной организации и неравнодушных людей уже удалось собрать почти половину. Помочь маленькому Славику Красногорскому просто. Для этого нужно отправить сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость СМС 75 рублей. Перевести пожертвование можно и через специальное мобильное приложение, а также другими способами. Все они есть на сайте Русфонда. Елена Байрамова, Алексей Стороженко. Новости 24.